Фольклорный коллектив детской музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки открыл наш праздник. Мы рады приветствовать вас на презентации проекта «Смоленский рожок». Рожок. Именно так называли смолянина в былые времена. Быть может, за красоту души да за звонкий голос нарекли его именем этого уникального музыкального инструмента – рожок. Смоленский рожок. Так называется и наш проект народного творчества, который на протяжении 4 лет открывает новые и подтверждает лучшие образцы фольклора и декоративно-прикладного творчества. За 4 года наш проект пришел в статус международного и стал настоящим движением ценителей народного творчества, объединяющих различные творческие коллективы, мастеров, ремесленников, этнографов, музыкантов, исказителей. И мы рады сегодня презентовать наш проект в славном городе Десногорске, в котором ценят искусство, с большим вниманием относятся к сохранению истории. Здесь живет и трудится вдохновитель нашего движения. Мы приглашаем на сцену под ваши аплодисменты музыкант-этнограф Владимир Платонов. Владимир Юрьевич, просим вас по сложившейся традиции открыть наше мероприятие голосом символа нашего праздника, голосом смоленского рожка. Дорогие друзья, для вас звучит подлинный смоленский рожок. Этот инструмент, вот именно подобный инструмент и есть смоленский рожок, вот этот образ. Именно такой инструмент когда-то слушал и восхищался наш великий поэт Александр Твардовский. Владимир Платонов. Дорогие десногорцы, уважаемые гости нашего города, голос дрожит, эмоции зашкаливают, честное слово. Рад сегодня приветствовать вас в нашем уютном киноконцертном зале. И смотря сейчас этот ролик, слушая выступления, смотря мастер-классы, не перестаю удивляться многогранности нашего города, самого молодого города Смоленской области. С одной стороны, это высокотехнологичное атомное производство. На другой грани – этнография и память о традициях наших предков. Есть еще много граней. Это и память о Великой Отечественной войне, и наша молодежь. И когда многие говорят, что Десногорск – это жемчужина Смоленской области, я, наверное, сказал бы больше, что это бриллиант, уже бриллиант, ограненный бриллиант. Спасибо огромное тем людям, которые сделают для нас сегодня этот праздник. В первую очередь, конечно же, это Владимир Юрьевич Платонов. Спасибо вам огромное за то, что вы нас на это сподвигли. Друзья, у нашего города есть очень хороший друг, который, находясь далеко, наблюдает за всем, что происходит, очень трепетно относится ко всем мероприятиям, к жизни города. И так как сегодня присутствовать не может, просил передать напутственные слова. Позвольте, я зачитаю. Дорогие участники и гости фольклорного праздника, проект «Смоленский рожок», который презентуется сегодня в Десногорске, родился, продолжает развиваться благодаря удивительно талантливым людям. К счастью, смоленская земля богата исследователями и ценителями исторической музыки, мастерами ремесел. Вы берете на себя ответственность за воспитание у подрастающего поколения, уважение к традициям России, заложенным нашими предками. Ваш энтузиазм, горячее стремление к творчеству, активная жизненная позиция помогают сохранить и приумножить сокровища родной культуры. Это дорогого стоит, ведь без знания прошлого не может быть достойного будущего. Я уверена, что исполнители из Десногорска, Смоленска и Дорогобужа, все те, кто выступит сегодня на сцене Центра культуры и молодежной политики,
подарят городу атомщиков яркое событие. Каждый получит истинное наслаждение от соприкосновения с прекрасным наследием народного творчества. Сожалею о невозможности быть сегодня с вами. Рабочая необходимость участвовать в мероприятиях, связанных с реализацией в регионах национальных проектов. Желаю успехов, счастья, здоровья вам и вашим семьям. Депутат Государственной Думы Ольга Владимировна Окунева. И в конце своей маленькой приветственной речи хотел сказать, что все знают выражение «Богата земля русская талантами». Буквально недавно узнал продолжение этого выражения, что «Богата земля русскими талантами, которые в ней закопаны». Друзья, давайте не будем закапывать наши таланты, а дарить их друг другу. Спасибо вам и хорошего вечера. Добрый вечер, дорогие друзья. Низкий поклон строителям этого праздника, на самом деле, как Данил выступал, Насаныч трогает, и душу трогает, и сердце трогает. И я выскажу свое, ну, как бы, собственное мнение, вот, такого вида праздника, такого движения. Ну, я думаю, оно совпадет со многими здесь присутствующими. Да, мы сейчас живем в мире особо развитых IT-технологий, продвинутых направлений и в части, значит, вот, преподнесения искусства, музыкального искусства, творчества. Очень интересно, очень увлекательно, но для души хочется своего родного, своего близкого, то, что заложено у нас нашими предками, нашими родными и близкими. Тех, кто не понаслышке знал и пользовался искусством, которое приходило к ним от их родственников, от их родных и близких. И вот на самом деле ведь много, скажем, этих направлений у кого-то, у народов и народности есть свои направления, есть свое искусство. У кого-то тронка, там, скажем, у Цула, у кого-то, да. Ну, не будем перечислять, их достаточно много, а мы с гордостью можем сказать, что у нас смоленский рожок. Вот на Смоленщине есть рожок, Смоленщина на этом выросла, Смоленщина с этим жила, Смоленщина с этим подымалась, она прошла все тяготы решения, и военные годы, и мирные годы. И еще раз большое спасибо, что мы не забываем это направление, не только мы, ну, уже вот я себя считаю в возрасте, и очень отрадно, когда и дети к этому привычны. И мало того, они к этому относятся с любовью и интересом. Я буквально вчера у нас проходил совет руководителей города, и отец Виталий, а он здесь, нет? Нет, отец Виталий, ну, слава Богу. Нет, он на него обиду ему будет сказано. Значит, он нам презентовал роли, и сделал предложение, ну, как бы, организовать электронную звонницу на нашем храме, на нашей колокольне. Ну, электронная звонница, это вот, ну, это те же самые IT-технологии, то есть там компьютерная это система, техника, там показывал ролик, стоит батюшка, у него, в общем-то, этот пульт, там эти веревочки привязаны, там эти программы заложены, он нажимает, и колокольчики-то звонят, там все. Ну, здорово, на самом деле. А потом спросили вообще по мнению у жители спрашивают, как вы к этому относитесь. Разные мнения. То есть вот преподаватель вот этого искусства, церковного звона, он, конечно, категорически против, что говорит, ну нет души. Звон хороший, красивый, там он, можно все же угодно, вплоть до там, гимна играть. А вот души нет. Ну и на самом деле, так же и вот и здесь, и на сцене. Ну мы без искусства никуда. Искусство, мы в нем живем, мы с ним живем, с искусством, с музыкой живем. Вообще, это люди уникальны. Понимаете, я вот им, вот, ну, по-человечески, вот, ну, завидую, просто вот они, не то, что мы слушаем, воспринимаем ее, как сказать, что-то вот, вот и на душе, и там, и сердце, и все, они это видят и понимают. Это вот, ну, на самом деле, уникальные люди. Вот они нам приносят то, что было заложено. Вначале не было ли пролетар,
не было там этих вот, ну, всяких разных инструментов, которые там, ну, вот воспроизводить разные там, вот эти вот вариации. Но была душа, был рожок. А он и сейчас есть. Были гусли. И вот, ну, я сам по себе вот сижу вот с девочками, то вот, вот слушаю выступление детей, выступление вот уважаемого нашего вот, руководителя этого направления. Просто вот трогает. Еще раз говорю большое спасибо, пусть развиваются, пусть дают нам возможность помнить то, что было, то, на чем выросли, и мы в том числе должны это вот не забывать, и наши дети, и наши внуки. Поэтому большое поаплодируем. Не буду зачитывать, вот, искренне говорю вам, здесь все правильные слова, хорошие. Да, не будем формализовать нашего дружества. Yeah.
фольклорный коллектив. Музыкальной школы имени Михаила Ивановича Глинки накуплено немало исторического материала, характерного для Смоленщины. Но, наверное, главное богатство проекта – это фильм «Смоленский рожок. Возрождение», съемки которого были организованы Домом культуры микрорайона Гнездова города Смоленска. В процессе работы над фильмом съемочная группа во главе с режиссером Владимиром Мосевым и автором идеи, главным инициатором и вдохновителем Владимиром Платоновым, совершили путешествие по дорогам Смоленского рожка. Раскрывали секреты истории возникновения музыкальных инструментов нашего края. Пытались по крупицам собрать информацию утраченного культурного пласта. Встречались с интересными людьми и коллективами Смоленщины. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену создателей фильма, автор сценария Юрий Солопонов и режиссер фильма Владимир Мосев. Что у нас с Володей за плечами несколько десятков фильмов, они все на историческую тему. Вот честное слово, впервые посчастливилось снимать про живых людей. Про живых людей, таких талантливых. И какое было удивление, когда мы просто узнали, что в самом молодом городе Смоленщины живут люди, которые помогают сохранять, да что там помогают, они сохраняют самый древний пласт нашей культуры. Ведь не секрет ни для кого, что музыка, она же ведь первичная литература, правда, она была в начале. И вот только в Десногорске пока есть такой коллектив, который сохраняет наши корневые инструменты. Теперь уже, может быть, после фильма, может быть, после того, как появился вот этот замечательный фестиваль «Смоленский рожок», уже немножечко начался рост. В частности, один из учеников Владимира Платонова, Саша Устюгов, который сейчас живет в Смоленске, потому что учится там, уже организовал при Доме культуры микрорайона Гнездова ансамбль гуслеров. Их, по-моему, уже человек 20. Так что, десногорцы, по гуслям мы вас уже обгоняем. Ну и будем стараться обогнать их в другом. Я бы хотел еще раз повторить, Юра начал, что мы представляем, и в данном фильме мы представляем телекомпанию «Просвещение» города Смоленска, которая уже более 20 лет занимается созданием исторических фильмов на разную тему. И вот, когда к нам обратилась Елена Балованева, инициатор тоже, как бы я считаю, этой идеи, и снять фильм о музыке, то было интересно, увлекательно. Но музыка всегда она такая, это душа человека, в общем-то. И поэтому я думаю, что у нас получилось рассказать об этом и уникальном инструменте. И мы обнаружили, что история инструментов на Смоленщине очень богатая. И поэтому появилась уже вот совсем недавно, Владимир Платонов предложил снять продолжение о другом инструменте. Это двойная свирель. В одном из этих. Да, поэтому... Это является именно ростовским. Поэтому я думаю, мы что-нибудь придумаем. И спасибо поэтому десногорцам, рославчанам, спасибо вам за этот самородок под названием Владимир Платонов. Ну и выращивайте новые таланты, а мы будем снимать о них фильмы. Спасибо. Теперь вы уже много знаете о Смоленском рожке и нашей уникальной музыкальной культуре. Вот я вам сейчас еще немножко поиграю, но я хочу нас именно пригласить моего друга, блестящего музыканта, Игоря Павловича Петрова, пожалуйста. Наигрыши под драку. Вот такие припевки смоленские.
под драку. Нас не побьют. Но мы постараемся. Всемирно известного фольклорного ансамбля «Живая вода» Сергей Николаевич Новиков. Ансамбль был создан в 1983 году на базе Смоленской филармонии. Выпустил несколько альбомов. Песни из репертуара ансамбля исполняет певица Пелагея. Сам ансамбль принимал участие в передаче «Шире круг», «Играй гармонь». Сергей Николаевич, пожалуйста, на сцену. Просим вас. Что хочу сделать, это попросить прощения за свой голос.
Во-первых, не рассчитал возможности иммунитета. Во-вторых, переоценил безопасность весенней погоды. Вот. Ну, а так все хорошо, как говорят. Значит, что бы я хотел сказать? Я, наверное, продолжу тему, которая была затронута в фильме. Вот почему молодежь даже не знает народной музыки? И почему, собственно, русский народ такая катастрофа постигла? Ну, наверное, потому что мы люди доверчивые, во-первых. А во-вторых, к нашему стыду легковерные. Этого не отнять. Так вот, когда нам сказали, что это музыка, которую лапотный мужик создавал, там ничего ценного быть не может, потому что мужик лапотный. И кроме того, эта музыка тянет нас в темное царское прошлое. Мы согласились. Поэтому китайцы поют по-китайски, негры по-негритянски, а мы по-русски не поем. И то, что нам выдавали, начиная с тех лет, за подлинно народное искусство, собственно, это называется одним таким, простите за слово, псевдеж. Им кормят нас и до сих пор. Видите, какая штука? Та же самая Пелагея. Не лучший пример для подражания. Это чистейшая воды плагиат. Она просто берет, все абсолютно слизывает из того, что, например, пели мы или какая-то другая певица. И выдает это за свое. Ну как так можно? Вот есть народная песня. Ну возьми ты ее. Прочувствуй сама. Используй свои возможности. А так... Моя Людмила как-то включила телевизор, жена, вот она записала там две песни, которые поют Пелагея. Включила телевизор и говорит, странно, я не записывала ничего для этого фильма. Оказывается, Пелагея поет тем же самым голосом, что Людмила. Ну ладно, это бог с ним. Значит, вот когда нужно было расправиться с народной культурой, с крестьянской культурой, а крестьяне всегда носители культуры в любом народе, вот, то... Вот вспоминаю такой пример. Хор Пятницкого. Это, наверное, первый профессиональный хор, созданный этнографом профессиональным еще до революции. И в него вошли ведь не кто-нибудь, а именно смоленские женщины. Смоленские. И когда пришла вот эта самая оранжевая революция 17-го года, как я ее называю, которая повторилась, кстати, в 90-х абсолютно, теми же силами и по тому же принципу. Когда мы поверили, пошли за кем-то, за какими-то, так сказать, лозунгами, так и сейчас часть из нас до сих пор Ельцина чтет. Так вот, нужно было сменить, убрали старый состав и взяли молодых певиц, которые должны перепеть уже не народные песни, а загудели, заиграли провода, Прокатина с Петрушин на тракторе и так далее, вот это вот все, вот это вот. Вот это тот самый псевдеж. Я не говорю плохие песни или хорошие, хорошие песни. Но они же выдавались за подлинную культуру. А как можно на ложных образцах воспитать мнение какое-то, положительное или отрицательное? Нет, конечно. Вот и происходит до сих пор эта подмена. Вот замечательно, что есть возможность собраться нам вот так с вами. Замечательно, что есть люди, которые этим интересуются. Замечательно, что еще не пропал интерес к подлинному. И если возникает он у кого-то, то я знаю, как душа раскрывается, когда вот такое встречаешь, истинное, первородное. Я академический музыкант, у меня высшее образование по скрипке. И никогда не думал, что приехав в деревню к своей жене, то есть к теще и к ее матери, вот, я услышу замечательную песенцу Бабу Марюшу нашу, которая... пела в любую минуту жизни. Вот она рубит траву, я попытался как-то для цыплят, это такая тяжелая работа, я быстро устал, конечно, не отказался от этого и в следующем, но она-то это делает постоянно, вот она порубила траву, она поет. Вот все время ее голосок раздался. Она минутку отдыха получила, берет лук там перебирать, или картошку, вот она бухает, эта картошка бухает, а Баба Марюша поет. Вот. И она с большой ответственностью передавала нам песни, когда мы ставили свой бытовой магнитофончик, микрофон, она знала, зачем это. И иногда даже вот просто без магнитофона она говорила, «Наймя мне, ой, эту песню спеть». И напоминали, она нам пела. Так вот, не знаю, насколько поможет нам
вот соединить вот эту цепь, которую с нашим попустительством, мы должны признаться, разорвали мы же сами в 20-е годы, там, в годы революции. Не знаю, насколько. Вот что сделать? Да, интерес возникает. Я вспоминаю 80-е годы, когда нам приходилось много быть в Москве, мы работали в Росконцерте, вот, снимали квартиру в Останкине. О, Господи, что это я говорю? В Чертанове, в Северном. В Северном Чертанове. Вот. И, в общем, тогда был период такого взлета интереса к фольклору, и было молодежное фольклорное движение 80-х. Я помню, как можно было в метро, например, взять запеть, особенно если немного народу, часов 10 вечера, в центре города. И вот втроем, вчетвером, а то и больше, там были у нас знакомые многие, мы не хотели расставаться, в метро должны были бы разойтись, вдруг запевали песню, и звучало это великолепно, громко, на пустой станции. Как помню, подошел милиционер, такой розопятый мужичок, молодой совсем, и вот он пришел и мнется, подошел, и так бормочет: не положено. Что он сделал? Ну, замолчать нас не заставишь так просто. Наказать, потому что так он сам стоит и удовольствие получает. То есть вот тогда этот был. Сейчас интерес этот, к сожалению, не такой. Он в какие-то другие формы облекается. Вот хорошо, когда молодежь, заинтересовавшись народной культурой, как-то пытается использовать в современной музыке. Я всей душой за, потому что нужно использовать корни и давать им жизнь, давать в новой музыке, в сегодняшней, которая понятна сегодня, которая доступна. Замечательно, вот, например, Боря Базуров, Борис Базуров, он из Покровского ансамбля, у него замечательный коллектив «Народная опера». Они в рок-стиле поют народные песни. Они, конечно, их адаптируют как-то там, ну, все это очень здорово звучит. Очень здорово, мне очень понравилось, например, Иван Купала. Жаль, что проект этот перестал существовать. Но до чего остроумно? До чего остроумно придать дискотечный, так сказать, формат народным песням, причем скомпилировать запев из одной песни, припев из другой, и как это сочеталось, как это все срасталось, и было замечательно. Вот они тоже сделали какой-то шаг такой, дали возможность шагнуть. Но не развитию, а сохранению народной культуры. Вот что мы должны сделать, я не знаю, что поможет, потому что все так и остается. Народная культура отдельно, вот, так сказать, те, кто интересуется, и те, кто использует, отдельно. Может быть, знаете что? Вот, извините, не сочтите за нескромность. У нас вышло всего 3 диска. Почему всего 3? Потому что когда начались 90-е годы, у нас было записано еще, наверное, дисков на 6, как минимум. И все это пропало. Я не успел прийти. Мне позвонил музыкальный редактор с ГДРЗ, где мы в основном все записи делали на «Мелодии» и в Государственном доме радиовещания и звукозаписи. Она говорит: приезжай, тут все выкидывается. Я говорю: ну подержи хоть 5 дней, 6 дней. Я приехал гораздо раньше, она говорит: все, я пришла на работу. Все полки пустые, выкинули. Ну вот так вот, 3 диска у нас. И все, что на этих дисках звучит, все пошло в народ, что называется. Очень многие перепевают наши песни с радостью, с чувством глубокого удовлетворения, я это говорю. Вот, и пусть в таком виде, как лист в засушенном гербарии, но наши песни остались, хотя бы так они пошли. Вот что вы делаете? Может быть, кого-то что-то заинтересует тут из народных песен. Но, может быть, каждый выучит хотя бы 1-2 песни. Но было бы что петь, когда мы собираемся за стульях, например. Пусть научится плясать хоть как-нибудь. Но не сидеть после того, как соточку-другую принял, и что и в телевизор уперся. Ну, может быть, так, может быть, как-то семьи. Ведь народная культура вырвана из контекста повседневного бытия русского человека. Вот что. Видите, самая главная причина нашей катастрофы. Вырвана. Вот если мы как-нибудь постараемся вернуть хотя бы в семейный быт, кто как сможет. Вот. А вам большое спасибо, что вы интересуетесь этой темой. Большое спасибо тем людям, которые, вот Юра Солопонов, Володя Мусев, которые заинтересовала эта тема, она вылилась, их интерес тут в таком виде видеофильма.
Есть замечательные у вас, у вас один замечательный, а у нас на Смоленщине двое замечательных людей, как Володя Платонов и Володя Орлащенков. Это вот светочи наши. Это те люди, которых мы должны просто, не знаю как, лелеять, беречь, превозносить, потому что это великие знатоки, это великие энтузиасты и великие мастера сами по себе. Они выходят на сцену, им есть что делать, есть что сказать. Вот спасибо всем нам за то, что мы интересуемся. И с Богом. Мы приветствуем уникальные творческие коллективы, которые принимали участие в съемках фильма. Сегодня радовали нас фойе, ансамбль «Старопляс» и «Белояр» под руководством Владимира Орлащенкова, деревня Озерище, Дорогобужский район. Самобытные коллективы, созданные Владимиром Ивановичем, известны далеко за пределами Дорогобужского района, сохраняют традиции исполнения песен и танцев Смоленского края. Владимир Иванович, приглашаем вас на сцену. И, конечно, ансамбль «Старопляс» под аплодисменты. И пока девочки готовятся, пока они зайдут на сцену, отдышатся, для нас большая честь сегодня выступать на этом замечательном фестивале. Я думаю, что это будет не последняя наша встреча. Вот. И притворяя слова Сергея Николаевича, прежде всего, для меня очень большая, опять-таки, честь, что вы говорите обо мне. Спасибо. Мы сегодня потанцуем здесь. Последний танец. Мы будем танцевать вместе, кто зайдет на сцену, чтобы не отходить, так сказать, от задуманного. Ансамбль бытового танца «Старопляс» 11 апреля будет отмечать свои 8 лет. За эти 8 лет мы подняли бытовые танцы не только нашей Смоленщины, но и других областей, вот, и даже республик. Вот, о чем мы несколько сегодня в фойе показали, рассказали кое-что. Вот, и вы танцевали с нами эти танцы. И вот мы продолжаем искать эти танцы. В нашем репертуаре более 50 уже таких бытовых танцев, которые мы специально разделили на показ и на разучивание. И хочу сразу предупредить, что коллектив «Старопляс» не сценический коллектив. Хотя Светлана Викторовна Пьянкова и говорит, а где вы еще такие танцы увидите? Только на сцене. Мы стараемся, чтобы люди танцевали вместе с нами. В Сафонове, в Смоленске, в Москве, в Санкт-Петербурге мы там были. И мы постоянно говорим, не сидите. Давайте танцевать вместе с нами. Ну а сейчас мы все-таки покажем один танец, который мы разучили, сняли с замечательного коллектива Зеленоградской школы искусств под руководством Михаила Вениаминовича Танского, который уже более 20 лет изучает смоленскую традицию. Этот танец, который называется «Ту-степ». Не стесняйся, дорогой. Давай, иди сюда. Давай на косяк. Чисто смоленская традиция. Thank you.
Смоленская область. Итак, танец «Рожки». Нужно перебегать. Наружный круг должен перебежать следующему. Ну, короче говоря, поймете. Да. Можно танцевать внешний круг и внутренний. Два круга можно. Сцена маленькая, конечно, поэтому мы давайте вот так вот. Да, да, да. Встали, да? Все, начинаем танцевать. Мирослава, ну кого? Сергея Николаевича пригласить. Активные жители города Десногорска. Почему-то вспомнился афоризм. В этой жизни не возвращается время, возможность и слово. Вот я благодарна судьбе, что в свое время мне довелось познакомиться, работать с такими талантливыми музыкантами, как Владимир Юрьевич Платонов и Игорь Павлович Петров. И благодарна, что мы смогли найти возможность воплотить наши мечты, идеи в жизнь. То есть дать возможность нашим детям знакомиться с исконно народными инструментами. Вот, я очень признательна. Спасибо вам большое, Владимир Юрьевич, Игорь Павлович. И я считаю, что пока есть такие путеводители в нашей жизни, наше искусство народное, оно будет жить как можно дольше. Спасибо. Я с огромным трепетом и с большим чувством благодарности приехала сегодня к вам на ваш праздник и вышла на эту сцену. Вы знаете, когда я заходила только в здание, первыми, кого я увидела, так случилось, что это был ансамбль «Старопляс». И я не удивилась, я обрадовалась. Потому что такие люди, как и Владимир Иванович, и Владимир Юрьевич, Владимир Юрьевич, с которым мы познакомились благодаря Ирине Шагеновне несколько лет назад, они позволяют нам жить. Жить с открытой душой, с чистым сердцем. Потому что встреча с ними – это огромная радость. И это возможность вспомнить корни, вспомнить прошлое. К чему я так говорю, может быть... Не имею права, наверное, потому что еще не так много прожила, хоть уже и немало, но
Я не помню, я росла, выросла, родилась в деревне, и я не помню Смоленского рожка, я никогда его не слышала до Владимира Юрьевича. Но я помню хорошо вот эти танцы, которые сейчас мы посмотрели в исполнении ансамбля «Старопляс». И я помню, что мои родители не только пели частушки под драку, так вы это говорите, называете, но они танцевали эти чудесные танцы на всех праздниках деревенских. И меня отец вот такую маленькую, он пытался научить этим танцам. У меня плохо получалось, как, впрочем, и сегодня. Но я это помню, это настолько родное, настолько вот оно русское, что я просто хочу поблагодарить сегодня вас, уважаемые друзья, за то, что вы сохраняете это, за то, что вы знакомите юное поколение с этими традициями, с этими песнями, танцами, за то, что старшему поколению вы позволяете вспомнить и порадоваться и за себя, и за своих предков, и за будущее, и даете надежду на будущее, надежду, что Россия будет жива, она действительно красота, и музыка спасет мир, спасет Россию. И мы с вами будем долго и долго радоваться этим прекрасным музыкальным инструментам, этой музыке, которую вы для нас сохраняете. Музей-усадьба рад сотрудничеству с вами. И сегодня я хочу вручить вам благодарственное письмо от имени Смоленского государственного музея-заповедника, филиалом которого мы являемся. Я искренне вас поздравляю с сегодняшним праздником и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Да. Встречи с этим человеком, с коллективом, с ребятами, которых привозят в Новоспасское, это что-то потрясающее. Действительно, это некрасивые слова. Недавно совсем были с театром «Батлейка». Все встали со своих мест. И юн, и стар. Все вот с замиранием сердца смотрели на то действие, которое представляли ребята под руководством Владимира Юрьевича. Успеха вам, спасибо вам за все. А режиссерам и сценаристам фильма я приглашаю в гости в Новоспасское. Почему я именно к вам сейчас обращаюсь? Потому что у нас в музее хранится редчайшая вещь, на мой взгляд, это скрипка, которая была сделана руками крестьянина, который проживал в Новоспасском, который не был музыкантом, профессионалом, он был самоучкой, и на этой скрипке, сделанной своими руками, он исполнял со сцены в Новоспасском «Комаринскую глинке». Поэтому, если заинтересуетесь, если захотите посмотреть и подержать этот предмет в руках, милости просим. Она прекрасно сохранилась, самое главное. А звучит или не звучит, это уже скажут нам специалисты. Ну и по традиции я, как всегда, приглашаю всех вас в наш замечательный музей, музей Михаила Ивановича Глинки. Он проснулся от зимней спячки, он ждет вас, он любит вас. Поэтому до новых встреч, Новоспасском. Спасибо вам. Вы наши любимые, дорогие друзья. Вы наши представители. Я хотела сказать два слова. Я хотела поблагодарить Татьяну Михайловну за то, что она тоже нам дала такую возможность провести некую музыкальную радугу между музыкальной школой и имением в Новоспасском. Потому что благодаря сотрудникам этого музея наши дети ежегодно приезжали с концертами. Вот, и имели возможность прикоснуться к традициям, будьте здоровы, правда, и вот именно познакомиться с искусством Михаила Ивановича Глинки. Спасибо большое, Владимир Юрьевич, Игорь Павлович. Сегодня проходит накануне прекрасного светлого праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. И несмотря на то, что мы сейчас живем в рамках Великого Поста, весеннее солнышко и переливы птичьих голосов радуют нашу душу предвкушением главного христианского праздника – Пасхи. Нам приятно, что радость, сегодняшняя радость с нами разделяет и отец Валерий. Отец Валерий, мы приглашаем вас на сцену. Сегодня несколько раз прозвучали слова Федора Михайловича Достоевского, что красота спасет мир. А мне вспомнились слова нашего классика Александра Сергеевича Пушкина. Такие вот строки вспомнились. «Два чувства дивно близких нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основана от века
там, от Бога самого, самостояние человека, залог величества Его. К сожалению, слова забыл немножко. Там дальше идет стих. Просто хочется сказать, что действительно народ, не имеющий корней, забывших про свою национальную самобытность, ну, не имеет будущего никакого. Что такое народ, что такое нация, что такое страна? Это же, конечно же, культура. Культура бывает разная, это может быть наука, это может быть музыка, изобразительное искусство или любое другое поприще. Но чтобы оно было современное и самобытное, оно должно опираться, ну, точнее, должен быть железобетонный бетонный фундамент. И, конечно, хочется поблагодарить все вот пламенеющие сердца, тех людей, которые от всего сердца занимаются, ну, реконструкцией, памятью, вот тем вот отеческим гробам, о которых говорил Александр Сергеевич Пушкин, то есть культурой предков. Вот эти вот личности пассионарные, на которых фактически, в общем-то, и держится Россия, само собой. Я имею в виду Россию как самобытное государство, не как просто, ну, как некие люди мира, потому что люди мира не имеют государства, не имеют родины, они имеют, ну, много, может быть, что иметь, но у них не будет самого важного на этой земле. Хочется еще отметить, поблагодарить. Я рад, что я вообще имею знакомство с уважаемым Владимиром Юрьевичем. И у нас было достаточно времени много пообщаться. И хочется поблагодарить его вот, за это знакомство и вообще за его доброе дело. И ну, вообще как бы пожелать всего самого наилучшего. И Божьего благословения, и трудов, и терпения. Вот. Ну вот, собственно... Вот это и хотел сказать. Христос воскресе! Воистину воскресе! Thank you.
не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч на площадках Смоленского рожка. Всем огромное спасибо!